объявил войну ларечной оккупации. Новый общественный активист появился в Челябинске. Житель северо-запада отправляет в администрацию города письма и просит проверить законность размещения киосков на улицах. К электронному посланию прикладывает фото. Киоск шаурмы, ларек с овощами или палатка с конфетами. Наша съемочная группа отправилась в рейд по следам активиста. Это остановка Бабушкина на улице братьев Кашириных. Стоят два киоска и ларек на колесах. Из трех продуктовых точек документы на руках есть только у одной. В той, где торгуют колбасами. Двое других документов при себе не имеют. И даже пытаются нас обмануть. Этот мужчина заявляет, он просто друг хозяина лавки. Здравствуйте. Привет. Хозяин где? Скоро вернется? Однако появившиеся на месте покупатели уверяют, этот мужчина за прилавком стоит каждый день. Вот еще одна остановка. На перекрестке улиц Чайковского и братьев Кашириных. Продавец открыто торгует овощами и фруктами. Евгений, у вас есть, да, документы, что вы здесь размещаетесь, торгуете? Нет, сейчас нет. Вы не возите их, что ли? Нет. А если вот так придут с проверкой? Конечно, с нелегальными киосками в Челябинске борются, дают шанс легализоваться и сносят тех, кто так этого и не сделал. Однако меньше нелегалов не становится. Поэтому подключиться к борьбе предлагает Дмитрий Шведов. Новый челябинский активист фотографирует торговые лавки и присылает снимки в администрацию города. Причин, говорит, несколько. Нелегальные киоски портят общий вид города. У них часто нет даже санитарных документов на продукты. И они уклоняются от налогов.